YouTube, привет! Очередная вот посылочка пришла мне из Китайской Народной Республики. Заказал я на новые лампочки вот такие подвесики с вот такими шнурочками. Ну, они используются обычно в качестве подвеса для работы в неудобных местах, там на крыше, на капоты. Но я их решил приобрести, потому что они недорогие. Приобрел я вот, предыдущее видео было, пару лампочек непродентовских. Вот, на них поставлю вот такие вот присоски. А на вот эти подвесы вот можно будет поставить на подвес на большой 100-миллиметровый. Вот на такой. Допустим, на капотах, на крышах он как раз очень даже хорошо на таких местах работает. Ну, это для удобства работы, как говорится, мелочи, ну, приятно. Ссылочку я потом под вот этот лот на Алиэкспрессе выложу. Ну, и еще есть одна маленькая доработочка. Можно его цеплять еще по-другому, не только, допустим, на вот эти подвесы, но комбинировать вместе и с другими подвесиками. Можно то же самое подвешивать, допустим, крючок при помощи вот таких вот нехитрых приспособ. Опять же, тут куча делений всяких. Можно это было сделать и самому там в мастерскую, в какую-нибудь по пошиву зайти, где это все делают. Заказать и сделать, но цена вопроса невелика, поэтому я вот в таком вот варианте все это и заказал. Это просто как бы приспособа будет не лишняя, она в каких-то иных случаях выручит. Ну вот, собственно, и все, тут особо обозревать нечего, так сказать, в копилочку знаний кому-то может пригодиться. Все, всем спасибо за просмотр, пока-пока.